Всем привет, ребят, с вами Happy Games, и сегодня мы будем трейдить от такого флайера от грифончика. Поскольку мне их два, я решила его затрейдить. Посмотрим, что за него дают, и, наверное, на некоторые трейдики, и на какой-нибудь трейд я, наверное, и соглашусь. Напишем трейд. Ну-ка, и теперь смотрим, что за него могут дать. Вряд ли что-то нормальное, поскольку грифончик не очень ценится. Ну ладно, попробуем. Написали трейд грифончика нашего любименького. И давайте, предлагайте нам трейдики. Грифончик, супер-пупер, прям класс. Давайте, трейжусь. Ребяточка, этот попугай куда отклонила, естественно. Кто-нибудь затрейдитесь с нами. Люди. Добренькие, кто может затрейдиться на этого грифончика? Пожалуйста. Так, ладно. Ищем дальше жертву для трейдов. И вот эта девочка. Давай. Так. Давай мне своего оленя, а я тебе дам пингвинчиков. Давай. Так, вот. На пингвинчика. Да блин, она даже не до конца досмотрела. Издевательство. Так, ладно, продолжим. Давайте с вот этой девочкой. И она дает не своего черепашку. Она дает кошку. Не-не-не-не-не. Так, ладно, продолжаем. И ищем следующую жертву для трейдиков нашего грифончика. Ну-ка, люди, где вы все? Мне нужно трейдить грифончика. Ладно, пойдем, наверное, на другой сервер, чтобы затрейдить этого грифончика. Ребят, я зашла на эти люди, надеюсь, хоть тут что-нибудь хорошее дадут. И мы опять пишем трейд грифин. Трейд грифон. Давайте, трейжу этого грифончика. Так вот нам предлагают трейдик. Даже за этого грифона он рейд, у меня рейд флай. Блин, ребята, я не знаю. Она отклонила. Печалька. Ну ладно, продолжаем трейдиться. Надеюсь, нам зайдет что-то годное. Ребят. Да. Ладно. Да блин, я все время не трейду. Дам колку за это. Не, просто бананы корнет. Ладно, продолжаем трейдить. Этого милого грифончика, наверное, еще один сервер придется сменить. Так, ребят, пытаемся дальше отменять. Но у нас не получается. Да, печалька. Я не знаю вообще, смогу ли я обменять этого грифончика, поскольку он совсем уж никому не нужен. Это очень печально. Ну, ладно, продолжаем трейдиться. Может быть, мы найдем кого-нибудь, с кем нормально потрейдимся. Так что ты даешь флайрейт колку. Вернула пчелку. Пчелку вернула! Это мало. Ребят, это мало. Попросим добавить, может быть, она добавит. Сколько... Не, ну так это не очень. Добавь. Добавь. Наверное, она отклонит, поскольку подумаю, что, типа, я хочу соглашаться. Ладно. Эд, добавь. Давай, добавь. Она, короче, не хочет добавлять, поэтому попробуем вот так. Давай. Согласишься ли ты на такой трейдик? Я буду рада, если согласится. Давай так. А, она убирает, ребята, хочет поставить вот эти вещи. Ну, блин. Не, ну я так не играю. Ребят, вроде бы у меня получилось ей сказать, что мне это нужно. Эй, куда-куда жабку? Жабка, за что? А я не знаю, стоит соглашаться или нет. Я реально без понятия, ребят. Наверное, надо, поскольку... ну, как бы сказать, этот грифон совсем никому не нужен. А тут хотя бы колка. Так, у нас получилось. Да, у нас получилось. Теперь мы будем трейдить
эту куалочку. Вот. О, она что нам хочет предложить это? Давай. Пожалуйста, давай, давай, пожалуйста, прошу тебя. Пожалуйста. Не, ну флай это нет. Без флайзельки я не буду соглашаться, ребят. Я без флайзельки не хочу. Только с флайзелькой. Так, ладно. Продолжаем, надеюсь, за эту колку дадут больше. Так. Ну, трейд, в принципе, нормальный, но я не знаю, даже стоит ли соглашаться. Я, пожалуй, дам ей просто флай-колку. Да, я такая. Что, ну, вроде бы этот сурикат ценится, вроде бы. Поэтому, давай. Она согласилась. Ура. Ребят, и продолжаем трейдиться. Рейд лошадка. Не, сори, не. Не, ну я не хочу, нет. Извини. Ладно, продолжаем искать жертву для трейдиков. Ребят, нам предлагают вот такой трейдик. Я не знаю, стоит ли соглашаться. Я без понятия. Хочу. Но я хочу золотую крыску, ребят. Если она откажет, то она согласилась. Да, вот такие трейдики у нас получаются. Мы уже получили несколько вещей, которые нам нужны. И теперь мы трейдим также эту пчелку любимую нашу. Ребят, нам предлагают вот такой трейдик. Надеюсь, она согласится. Иначе зачем предлагать? Отклонила. А зачем ты предлагала мне трейд? Ребят, нам дают трейд котика. Да, блин, я хотела согласиться. Печалька. Ладно, попробуем еще затрейдиться. Может быть, получится, поскольку я хочу трейдить эту пчелку. Ребят, я перешла на другой сервер. И мне предлагают трейд. Серьезно? Что, серьезно? А давай мышку. Я хотела дать еще мышку, но, увы, нет. Ладно, продолжаем трейдиться. Давай. Трейдик. Где моя пчелка? Вот пчелочку на. Давай, давай согласись. Да блин. Ладно. Надеюсь, я найду, с кем можно потрейдиться нормально. Сколько я хочу крутые трейдики. Так. Ищем жертву, ребят. Давай, пожалуйста. Да блин. Ладно, короче, я найду жертву и вернусь к вам. Ребята, я тут нашла одного бомжика. Предлагаем ей трейдик. Соглашайся на трейдик. Давай трейд. Ну, за бомжик, соглашайся. Давай. Она не хочет, короче, трейд принимать. Что за издевательство? Так, ладно. Ищем, чтобы мы ей могли дать вообще. Давай. Блин, бомжик не хочет соглашаться на трейды. Трейд, давай. И я ей дам, наверное, такого Феникс Фокса, если она вообще... Она вышла из сервера. Ну, окей. В общем, ребят, саму пчелку мне не получается почему-то потрейдить. Она не хочет. Но ничего, я попробую еще ее потрейдить. Если что-то хорошее предложат, ребят, то я вам обязательно покажу. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии, какие трейды вам понравились, какие нет, на что бы вы обменялись. Я всех очень люблю, до скорой встречи и всем пока!